Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет новый влог, и, как вы можете заметить, я немного утеплилась, поскольку сейчас мы с ребенком отправляемся в магазин. А ребенок уже, кстати, бегает здесь вовсю играет, поэтому пока я запишу эту коротенькую часть к влогу, она, возможно, немного пошумит на фоне. Вот. На самом деле, сегодня у меня очень насыщенный, невероятно наполненный событиями день будет, и я хочу взять вас с собой. Сегодня у меня в планах немного прогуляться по городу, мне нужно сходить по магазинам, купить кое-что из вещей, из продуктов, также прикупить кое-какую пряжу и еще заскочить на почту, поскольку мне также пришла посылка с пряжей. Не знаю, конечно, как я это все буду сегодня успевать, поскольку световой день у нас невероятно короткий. Сейчас уже, к слову, 11 часов дня. И, как вы можете заметить, у нас не слишком светло, то есть у нас нет никакого солнца. И я, наверное, сегодня, если мы дойдем до фьорда, я покажу вам гору, да, за которую у нас солнце уже спряталось. И до, наверное, середины февраля, до второй половины февраля солнца у нас из-за нее видно не будет. То есть, в принципе, солнце появляться уже над горизонтом не будет, даже в самый солнечный, можно так сказать, самый ясный день. Вот, сегодня день, к сожалению, не ясный, то есть сегодня пасмурно, и у нас где-то до 10 часов утра было вообще невероятно темно. Вот, сейчас же немножечко посветлело, но буквально через пару часов опять начнет темнеть, и на улице снова наступит ночь. Вот, вот так выглядит полярная ночь в Норвегии, так что да, друзья, привлекательного в этом крайне мало. Вот, значит, не обещаю, что в этом влоге покажу вам очень много своих каких-то покупок, скорее всего, и все покупки пряжи я выделю в отдельное видео и расскажу там более подробно обо всех своих находках, о тех покупках, которые я сделал, и тех планах, которые я, собственно говоря, имею на ту или иную пряжу. Вот, я думаю, так будет более информативно, а в этом влоге, как я вам обещала, я более детально расскажу вам о джемпере, который я сейчас вижу для своей соседки. Это джемпер с круглой кокеткой и узором листочки, да, это Arboreal по мотивам работы Jane Steingass, и я уже отвязала тело джемпера на данный момент, и, скорее всего, в этом влоге будет несколько включений, то есть я на протяжении того, как я вязала джемпер, я делала небольшие съемки, да, буду вам обо всем рассказывать, показывать это, и я, конечно, не обещаю, что в этом влоге я смогу показать вам полностью готовую работу, конечно, я буду стараться это сделать, но не обещаю. И тогда, если вдруг в этом влоге готовой работы еще не будет, то она обязательно будет в видео о готовых работах за ноябрь. Вот. К сожалению, данный джемпер мне придется отдать вот в конце этой недели, поэтому я даже не знаю, как мне успеть все это для вас поснимать. Дело в том, что я снимаю по данному джемперу довольно подробный урок, где показываю, как вязать жаккард, рассказываю, как читать схему, также как вязать росток, соединять кокетку в тело джемпера и выделять рукава. Все это очень подробно наснимала, там где-то на полтора часа. Думаю, сделать две части или одну. Вот, еще на самом деле, еще нахожусь в процессе монтажа данного ролика. И он, наверное, также выйдет на канале либо перед этим влогом, либо после него. Вот, в ближайшее как бы время. Поэтому да, друзья, если вам интересна тема Arboreal, если вы хотите научиться вязать джемпер с круглой кокеткой, да, и узором листочки, на который мастер-класс есть на моем канале, то следите за обновлениями, поскольку довольно скоро это видео появится. Вот. В общем, друзья, я хотела вам показать, каким образом у нас выглядит день сейчас. Вот здесь над горой, по идее, должно выглядывать солнце, но оно уже прячется за горкой, и его не видно. Поэтому даже в самый ясный день солнца у нас уже нет.
В общем, друзья, только что я вернулась с почты, и я просто должна с вами этим поделиться, понимаете? Меня тут эмоции просто распирают во все стороны. Сейчас будет много пряжи, поэтому давайте порадуйтесь вместе со мной немножко. Я думаю, пару недель назад я показывала вам свою первую покупку твида. Это был одинарный Southern Gold, 100% меринос, вот такой вот потрясающий изумрудный оттенок. Заказывала я его у Кати Шаповаловой в Ирландии, и я просто в восторге, честно говоря, от этой пряжи, от цвета и вообще. То есть это нечто. Как мне сказали, образец мой не очень удачный. Я, скорее всего, немного подваляла, поэтому будет еще один образец. Как только я разберусь с арбориалом, я свяжу образец и покажу вам, собственно говоря, ту идею, ту задумку на данную пряжу, которую я, собственно говоря, вынашиваю. Наверное, я сниму отдельное видео о покупках пряжи и с отвязанными уже образцами более подробно, да, что ли, расскажу вам о том, что же я буду вязать из этого всего добра, поскольку у меня довольно много в этом месяце было покупок, и все они такие, знаете, глобальные. Вот, поэтому, да, после того, как я попробовала одинарный твид, мне очень захотелось попробовать двойной. И тут Катя выпустила видео о своих запасах пряжи и о своих процессах. Когда я увидела эти огромные бобины твида, я поняла, что мне просто жизненно необходимо узнать, есть ли среди этого всего богатства тот твид, который не дает мне покоя уже, ну, наверное, с того момента, как Катя связала свой первый кардиган серый, да? Поскольку мне так понравился этот цвет, я уже прям сплю и вижу, как я в таком кардигане рассекаю тут вдоль фьорда, понимаете? И я написала Кате. Катя сказала, что да, он есть. И сейчас я вам покажу, о чем идет речь. В общем, это вот такой вот красивый цвет. Это серый, с небольшими вкраплениями горчичного, синенького, голубого, черного. То есть очень-очень такой многогранный твид. И это, как вы можете видеть, двойной донегол. Он, конечно, по своей структуре очень отличается от одинарного. Он более пухленький такой сам по себе. Я думаю, вязать из него будет одно удовольствие. Вот. Значит, я заказала, естественно, себе пряжи на кардиган. То есть у меня ее килограмм, чтобы вы понимали. Вот. И она ко мне приехала. Мне очень хочется уже забросить этот арбориал и взяться за образцы из донегола, но, к сожалению, я пока не могу это себе позволить. Меня это очень расстраивает, но я думаю, что я обязательно свяжу себе кардиган. На самом деле, мне очень нравится модель Катиного кардигана. И если бы у меня не было такой неприязни к ранам, то я однозначно бы связала себе именно данный кардиганчик. Но мне кажется, легче связать 2, 3, 4 лапопейсы, чем рукав аранами или, не знаю, карман аранами. Вот, поэтому я буду, скорее всего, вязать данный кардиган лицевой гладью, шалевым воротником, естественно. Он будет довольно длинный, ниже колена, с поясом и с карманами. Наверное, мой максимум – это какой-нибудь аранистый карман. Вот, это, наверное, мой максимум, на который я могу, скажем так, сподвигнуться. Поэтому, да, наверное, более детально о планах я вам расскажу тогда, когда я свяжу первый образец из двойного твида, и тогда мы с вами более детально его рассмотрим, я покажу вам образцы и расскажу о своих планах на эту пряжу. Знаете, каким было мое удивление, что кроме твида я обнаружила в своей посылке еще просто огромнейший подарок от Кати. Это были вот такие вот небольшие образцы одинарного софт донегол, да, твида, и это одинарный твид. И Катя положила мне такие вот небольшие образцы всей своей обширной коллекции. То есть здесь есть различные оттенки, очень красивые такие темно-серые. Вот очень красивый темно-синий цвет, мне он, кстати, очень нравится. Я бы, наверное, хотела себе такой джемпер простой, какой-нибудь Hayward, вот такого плана. Но, наверное, скорее всего, к весне я закажу вот такой вот одинарный твид, горчичку, для того, чтобы связать ребенку костюм. Я вот прям вижу Ливию в таком красивом твидовом желтом костюмчике. Вот. На самом деле, можно попробовать навязать из этого всего добра образцы, но я, скорее всего, приберегу их для того, чтобы связать ребенку джемпер. Поскольку, вы знаете, да, из изумрудного твида я буду вязать джемпер для себя и для ребенка, поэтому, возможно, на детском джемпере я и буду использовать
какие-то небольшие образцы для вывязывания жаккарда. Возможно, скомбинирую с серым, да, либо, может быть, с каким-то светленьким. В общем, попробую сделать небольшой жаккард на данном твиде. Заодно посмотрю, как это все будет выглядеть. Но посмотрите на эти цвета. Ну, это же просто. Это просто сказка. Так что да, я хотела сказать Кате огромнейшее спасибо. Катя, если вдруг ты случайно будешь смотреть это видео, то просто, не знаю, огромная-огромная тебе благодарность за такой щедрый подарок, за твои добрые слова. Вот, все прочитала, спасибо большое. И да, твой твит — это нечто. Вот. Не знаю, моему восторгу нет предела. Я тут уже бегаю потом в обнимку с этой бобиной и думаю, как же мне повезло. Вот это тот цвет, тот размер, понимаете, о котором я давно мечтала. И немножечко отдохну, повяжу образцы, сниму для вас видео о планах и потом уже приступлю к процессу реализации, да, своей задумки. Так что да, друзья, порадуйтесь вместе со мной моему такому глобальному приобретению. И еще раз говорю, более подробно о пряже, об образцах я расскажу вам в отдельном ролике. В общем, друзья, вязала я здесь, значит, джемпер, и у меня произошло ЧП. А сейчас более подробно вам покажу, к чему приводит бесконтрольное вязание лапопейс в неограниченных количествах. В общем, были у меня любимые спицы. Да, это кубические спицы Knit Pro, Nova Cubics 4,5. На них я отвязала все свои лапопейсы и еще просто какое-то неприличное количество детских вещей. Очень их любила, и они решили подать в отставку, поскольку, видимо, устали, да, служить мне верой и правдой. В общем, на самом деле, я к такой подставе готова не была, и у меня, на самом деле, других кубических 4,5 на какой-то длинной леске в запасе не было. Естественно, я сходила в магазин в наш местный, да, пыталась там найти какие-то кубические спицы. На самом деле, помните, в одном из своих предыдущих влогов, да, я вам рассказывала и показывала, что я купила на распродаже там несколько номеров кубических спиц, 3,5, 5, 7, 6 и так далее. Вот. Но дело в том, что магазин-то кубические спицы все распродал. И не то чтобы Knit Pro кубические купить, я вообще никакие кубические найти не смогла. Поэтому мне пришлось обходиться тем, что было у меня в наличии. И в наличии у меня были только 4 от Ади, и 4 у меня были китайские. Конечно же, у меня также были 4,5 китайские, но дело в том, что на круглых спицах плотность моего вязания, скажем так, более, я вяжу более рыхло, поэтому мне пришлось брать спицы на полразмера меньше для того, чтобы продолжать вязание. И я остановила свой выбор на китайских спицах. Вот сейчас покажу вам их. Они у меня сейчас на джемпере одеты. И я вязала уже на китайских спицах эту лапопейсу. Дело в том, что леска от Ади мне как-то совсем неудобно в вязании. И вообще на этих Ади я как-то, не знаю, мне так неудобно на них вязать. Люди, как вы это делаете? Я, честно говоря, много смотрела видео на Ютубе, столько лестных, да, таких отзывов о этих спицах, Ади. Многие так ими восхищаются, но мне они вообще неудобны. Они такие тупые по сравнению с Knit Pro. Вот. Если вы вдруг любите Ади, то не обижайтесь на мои слова. Лично мне они вообще некомфортны. Но если еще тупой кончик как-то можно снести, да, там при вязании лицевой глади это не принципиально, то вот эта леска тонкая, которая у меня, не знаю, закручивается какими-то странными вещами, и плюс, когда я вяжу, у меня довольно часто леска вот так как-то загинается, и петли вот так вылазят. То есть, ну, происходят вот такие вот вещи. То есть, при вязании на спицах Ади. Вот на китайских такого не происходит. Тут такой трос, что, мне кажется, если я на них повисну, на этих спицах он меня выдержит. Вот. И такой подставы, как с Knit Pro, не произойдет. На самом деле, я очень любила эти спицы, им нет еще и года. Как я уже
сказала, я на них отвязала довольно много плечевых изделий, и я понимаю, что вязание больших тяжелых лапопейс, да, для спиц обычно не проходит бесследно, и здесь леска не выдержала. На самом деле я вязала еще кокетку, то есть на этапе вязания кокетки у меня произошла эта ситуация, и я уже заканчивала вязать узор на китайских спицах, росток и подрезы, все это тоже провязывала на китайских спицах. И я хотела, друзья, вам же сказать, что я не просто вязала, я снимала для вас подробный урок, да, по вязанию данного джемпера. То есть я показывала, каким образом провязываются вот первые 10 или 9 рядов узора, там, где выполняются первые 3 серии прибавок, то есть самые-самые сложные моменты, как на мой взгляд, самые такие нудные, поскольку я вяжу это уже 4-ю кокетку, да, вот такую вот с листочками, и я уже как бы имею какое-то представление о том, что вяжется просто, а что, ну, как бы требует какой-то концентрации. И вот эти все прибавки, они, конечно, не очень красиво выглядят до ВТО, но после ВТО это все приходит в норму. Вот, поэтому я показываю, как читать схему жаккарда. Очень детально все это рассказываю, потом вместе с вами все это провязываю. И также я показываю, каким образом провязывать росток, все это объясняю, показываю, как набирать подрезы, как соединять перед и спинку вместе, да, при помощи подрезов, как выделять рукава. То есть вот такой вот подробный урок для вас сняла. Осталось его, правда, смонтировать. И я думаю, что на следующей неделе после этого влога выйдет и урок. Вот. Поэтому, друзья, если вы очень хотите связать подобную лапопейсу, но вас пугает жаккард, я буду очень надеяться, что данный урок окажется вам полезным, и вы сможете побороть свой страх перед вязанием эрбориала. Вот. На самом деле джемпер действительно очень красивый, очень эффектный, он всегда очень привлекает, да, притягивает, скажем так, к себе взгляд, и я всегда стараюсь, знаете, вот для таких серых, хмурых наших северных зимних ночей, потому что днем это назвать довольно-таки сложно. У нас уже полярная ночь настала, солнца нет от слова вообще. Вот, то есть оно не поднимается из-за гор. Ну, то есть как бы солнце еще поднимается над горизонтом, но из-за гор оно уже не выглядывает. Поэтому днем, скажем так, день назвать сложно. Это, скорее всего, такие сумерки, да, которые немного просветление наступает где-то к обеду, и затем опять все это плавно переходит в ночь. Вот. Поэтому для такого времени года самое лучшее решение — это какие-то яркие, интересные, очень теплые свитера. И вот лапопейсы меня неплохо спасают в этом случае. Когда хочется чего-то яркого, я выбираю вот такие вот веселенькие свитера. И, кстати, не одна я, почему-то норвежцы тоже для зимы отдают предпочтение именно лапопейсам, каким-то таким ярким, интересным свитерам. Вот, значит, давайте, друзья, наверное, пару слов скажу о том, какие небольшие изменения я внесла в данный джемпер, чем он отличается от предыдущего, да, моего джемпера непосредственно. И да, если вдруг вы не знаете, этот джемпер я вяжу для своей соседки на размер ML. И да, он больше. По-моему, мой джемпер в обхвате где-то 102 сантиметра, мне почему-то так кажется. Вот, я могу ошибаться, но я точно измерю, и тогда в следующем включении вам точно об этом скажу. Этот джемпер я рассчитывала где-то на обхват в 113-114 сантиметров. То есть он немного больше, чем М-ка. Вот, значит, какие изменения я произвела? В моем джемпере обхват горловины был 84 петли, и я вывязывала 21 раппорт узора, 21 листочек, да, у меня был. Вот. А в данном джемпере я набирала 96 петель на горловину, и, следовательно, у меня было 24 раппорта узора. То есть я его немного увеличила. Вот, к чему это привело? Это привело к тому, что количество петель по рукаву увеличилось, и, собственно говоря, обхват тела джемпера тоже увеличился. Вот, сейчас я вяжу, у меня всего 8 мотков синей пряжи, и меня терзают смутные сомнения, что мне их не хватит. Поэтому более детально по расходу пряжи на такой большой размер я вас также сориентирую уже в следующем включении, когда точно довяжу тело джемпера и буду иметь уже, ну, какие-то представления о том, сколько все-таки мотков уйдет. Значит, друзья, что касается рукава, то, как я сказала, на рукав у меня приходится 70 петель. Это имеется в виду полноценный, да, обхват рукава, включая петли подреза, дополнительные петли и петли, которые будут подниматься по азиатскому ростку. Вот здесь, по спинке, вот тут. И что я здесь хотела сказать? На кокетку, на рукав у меня приходится 48 петель.
Вот, то есть 6 петель будет подниматься по ростку, 12 по подрезу и 4 дополнительных. То есть по 2 петли я буду поднимать вот вместе стыка рукава и подреза. И здесь, скорее всего, я одну добавлю между подрезом и ростком и одну добавлю между ростком и рукавом, для того, чтобы не было дырочек. И в сумме мне это даст как раз 70 петель. Вот. Что касается тела джемпера, то полуобхват... именно по количеству петель полуобхват груди, да, правильно так это называется, у меня 108 петель, то есть в сумме у меня 216 петель на спицах, вот я вяжу, и если говорить о полуобхвате по кокетке, да, груди, то есть к тех, том количестве петель, которое приходится на кокетку, то у меня их 96, вот, то есть такое же количество, как и на горловину в целом. Вот, вяжу джемпер. Честно говоря, мне уже поднадоело. Наверное, надо сделать перерыв от жаккарда. И, наверное, мне даже надоело не из-за того, что я вяжу очередной синий эрбориал, а из-за того, что я снимала жаккард на видео. То есть это, честно говоря, очень муторный процесс. Вот. И если вязать жаккард, сидя на диване с чашечкой кофе, это удовольствие. Сидеть и вязать жаккард на камеру – это спорный момент. Вот. А учитывая тот факт, что я снимаю сейчас два мастер-класса, то есть я снимала урок по жаккарду, вот по эрбориалу, и снимаю для вас подробный же мастер-класс по норвежскому рождественскому джемперу, где я тоже вяжу жаккард на камеру. В общем, у меня такое произошло пресыщение жаккардом, что я чувствую, следующий джемпер будет просто лицевой гладью и, наверное, каким-нибудь регланом. Вот. В общем, да, друзья, давайте... Я, наверное, провяжу до конца тело джемпера, затем, скорее всего, проведу ВТО, посмотрю, что джемпер будет собой представлять, измерю все его размеры, тогда сделаю следующее включение и покажу вам, собственно говоря, конечный результат. Итак, друзья, давайте я покажу, на каком этапе у меня находится эрбориал на данный момент. И я сегодня утром встала и распустила, к слову, один рукав и начала вязать его заново. Сделала здесь более активные убавки в начале, поскольку он был очень широкий. Вот. И, значит, на каком этапе я сейчас нахожусь? У меня отвязано полностью тело джемпера, и на вчерашний день у меня был отвязан рукав. Еще раз говорю, я его распустила и вяжу его по новой, более узеньким, скажем так. Ну, то есть он узким не будет, но он был слишком широк, до локтя прям очень. И что я хочу сказать. Поною вам сейчас немножко. Я безумно устала. Я на самом деле так активно не люблю вязать свитера, тем более так активно вязать их из лопи. Обычно, когда я вяжу что-то похожее, то есть вот такую грубую пряжу, я стараюсь не вязать ее каждый день. Но тут у меня нет другого выхода, поскольку... Сначала мы с моей соседкой договорились, что я свяжу ей этот джемпер к Рождеству. И, естественно, я на таком расслабоне там начала его вязать, снимала для вас урок, да, отвязала горловину и снимала вот вязание, начальный этап, да, вязания жаккарда. Ох, и в тот день, когда я, наверное, выпустила влог, это была пятница,
Ко мне пришла моя соседка и сказала, что она очень просит меня связать ей этот джемпер поскорее, а именно к следующей пятнице, поскольку у нее день рождения, и она хочет получить его в подарок. Что я могу вам сказать? Ну, я сначала ей говорила, что я, скорее всего, не успею, но она меня очень-очень-очень просила и говорила, что ей очень нужно, и что она верит в то, что у меня все получится. В общем, я такая добрая душа, я говорю, ну да, я попробую, конечно. Я, конечно, не сказала ей, что я точно его закончу, но я сказала, что я буду очень стараться. В итоге я уже просто ненавижу этот свитер. Я просто его ненавижу, поскольку я от него устала. Конечно, он может казаться не очень большим, но поверьте, он огромен. Он реально очень большой. Как я уже говорила вам в своем предыдущем видео, данный джемпер я вяжу на размер ML, и он гораздо больше, чем мой джемпер. Он больше и по телу, да, и, естественно, по кокетке. Конечно, жаккард я связала довольно-таки быстро, но мне же нужно было доснять вторую часть мастер-класса по вязанию ростка и соединению в круг. Я это тоже сделала. В общем, устала безумно и перевязываю рукав, и уже просто, честно говоря, не могу на него смотреть. Руки болят, пальцы болят, но я вяжу. Вот. Думаю, это последний джемпер за ближайший год, который я вяжу на заказ. Больше не буду. Вот. Так что да, в общем, я вам поныла. Теперь давайте немного полезной информации. Как я вам обещала, я расскажу о том, как я вязала данный джемпер, сколько набирала петель, и сделаю это в видео о готовых работах за ноябрь. На самом деле, в ноябре у меня будет довольно-таки мало готовых работ. Я думаю, это будет 3 плечевых изделия, 2 детских и 1 взрослое. То есть это будет 2 джемпера, один с круглой ажурной кокеткой, второй на рождественский, да, джемпер для Оливии, то есть это с сердечками джемпер. Я практически закончила съемки мастер-класса по данному джемперу, и мне нужно снять только рукав. Вот. Так что там джемпер находится, скажем так, на этапе вязания еще одного рукава. И что я хочу вам сказать? Давайте несколько слов о этом джемпере. Да, я просто сориентирую вас по некоторым моментам, но опять же более детально расскажу в видео о готовых работах. Я делала горловину шире, чем в моем джемпере, да, у меня было 84 петли, здесь я набирала 96, это делает горловину больше, да, соответственно, она немного шире и садится немного глубже, вот, это хорошо подходит для больших размеров. Затем я вписала, естественно, в эти 96 петель 24 раппорта узора, поскольку один раппорт узора на начальном этапе состоит из 4 петель, напомню вам. При вязании кокетки, да, по мере вывязывания узора мы постепенно добавляем петли, и на итоговом уже варианте, да, когда жаккард вывязан, один раппорт узора состоит из 12 петель. Вот, таким образом я расширила кокетку на необходимую мне ширину. Затем вывязала азиатский росток, у меня 10 рядов, и добавила по 12 петель подрезов на одну и вторую сторону. То есть всего добавила еще 24 петли. Это позволило мне связать довольно-таки широкий джемпер. Он, скажем так, по ширине где-то на 114-113 сантиметров. Скажем так, в таком присобранном состоянии, то есть немного, ну, его можно потянуть, да, и в процессе носки он, конечно, немножечко потянется. Но вот сразу после ВТО в высохшем состоянии он где-то 55-56 сантиметров, вот ширина попереду. То есть здесь где-то 219 петель, по-моему, если мне не изменяет моя память. Я более точно, опять же, все цифры назову вам в видео о готовых работах. Там уже прям, знаете, будет под запись вся эта информация. А сейчас просто по памяти, что могу вспомнить. Значит, что касается рукава, то, конечно же, спицы шуршат по столу, куда же без этого. Рукав здесь довольно-таки широкий. И сам обхват рукава, вот с учетом подреза в данном месте, он составляет 70 петель. То есть он довольно-таки широкий. Но я для того, чтобы красиво рукав лежал и подмышки не образовывались, знаете, такие некрасивые складки, я убавила петли подреза через ряд. То есть вот 12 петель я убавила относительно двух лицевых. Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь есть убавки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот 6 убавок я сделала. С одной стороны 6, с другой через ряд. Это позволило сделать вот такой вот красивый такой вот рукав без вот такой большой складки, как в моем джемпере. И дальше я уже вяжу
стандартные убавки, как я сделала в расчетах. По-моему, у меня сначала идет убавка через в 9-10 ряду, потом в 8-7, и дальше все убавки будут выполняться в 7-8 ряду, вот так вот, до самого рукава. Вот. Так что да, довяжу рукава и покажу вам уже готовый вариант, видео о готовых работах. Что я хочу сказать? Наверное, эрбориал я больше вязать не хочу. Это точно. Вот, я очень устала от данного жаккарда, я его просто вязала даже практически без схемы. Схему положила, посмотрела в нее 2 раза. Я помню ее наизусть, вы понимаете? Это уже клиника, это уже значит, что хватит его вязать. И в прошлом включении я вам рассказывала, да, что у меня порвались мои любимые спицы, и я просто колупала тело джемпера на китайских, и мне так было неудобно, у меня безумно болела рука, а затем я закрывала низ на 3,75, по-моему, или даже на 3,25 круговых китайских. Мне нужно было 3,5, а у меня их не было. Точнее, были, но кубические, слишком длинная леска. А мне нужна была леска поуже, и я взяла 80 сантиметров китайские, 3,25, и колупалась на них весь вечер. То есть для того, чтобы вывязать резинку вот на эти 6 сантиметров, я колупалась целый вечер. И у меня так болела рука, мне муж делал массаж, чтобы вы понимали. Но я должна была просто это сделать, постирать тело джемпера и дать ей на примерку. Вот, так что вчера я вязала рукав, сегодня утром его распустила и начинаю заново. Так что так, вот так движется мой процесс. На самом деле, я вчера мужу вечером говорю, я готова его сжечь. Вот настолько я его ненавижу. Вот это так проект. Так что да, хочу же что-то повязать в свое удовольствие, но пока не получается. Вот такое вот негативное у меня включение в этот раз. Да, надеюсь, в следующий раз будет более позитивно. И да, друзья, если вдруг вы впервые на моем канале и не понимаете вообще, о чем здесь идет речь, то, наверное, для вас стоит сделать это небольшое включение и сказать, что данный джемпер я вяжу по мотивам работы известного дизайнера Jane Steinglass Arboreal. Схема жаккарда была найдена на Pinterest, и все расчеты я делала самостоятельно. Данный джемпер я вяжу из вот такой вот исландской пряжи фирмы Лопи, называется она Лет Лопи. Довольно грубая, довольно кусючая, но невероятно теплая. Пряжа, это, еще раз повторюсь, 100% шерсть, на 50 грамм здесь 100 метров, и для ее вязания рекомендуют использовать спицы номер 4, номер 5, лапопейсы я обычно вяжу на 4,5, для вязания жаккарда, думаю, 5 вполне подойдет. Вот так, так что да, это были небольшие пояснения к этому процессу. В общем, друзья, прежде чем попрощаться с вами, хотела ответить на несколько довольно распространенных вопросов под своими видео, и даже это скорее не вопрос, это, наверное, больше просьба от вас помочь вам приобрести пряжу Лопи. Дело в том, что, как вы знаете, я живу в Норвегии, и здесь эта пряжа свободно продается в магазинах, да, то есть я нигде ее специально не заказываю, я просто иду в наш обычный офлайн-магазин, и там уже непосредственно выбирают пряжу тех цветов, которые мне интересны. Цена, я уже неоднократно говорила, на данную пряжу для Норвегии вполне нормально, она составляет 38 норвежских крон, но для России, для Украины эта цена немного высоковата, скажем так. И плюс, если я буду приобретать пряжу в магазине, да, и затем идти на почту, отправлять вам, почтовые услуги в Норвегии стоят неприлично дорого. В одном из своих летних влогов, да, я вам более подробно об этом рассказывала. Дело в том, что обычная пересылка пряжи может обойтись примерно в 20 евро. Вот. И это еще вполне гуманная стоимость. То есть иногда я отправляю посылки в Украину, да, своим родным, и тогда за услуги почты я плачу в районе 40 евро. То есть это довольно-таки большая сумма выходит. Но я, друзья, не могла оставить ваши просьбы без какого-то фидбэка, да, без какой-то своей ответной реакции. Поэтому я зашла на официальный сайт Лопи. Он называется istex.is, и посмотрела там официальных дистрибьюторов, то есть те компании, эти фирмы, в каких странах они представлены, которые являются официальными представителями Лопи и, скажем так, в своих магазинах имеют полноценный ассортимент данной продукции.
ссылочки на эти магазины с разбивкой по странам я обязательно оставлю внизу под видео, и я думаю, вы сможете туда перейти, на их сайт и посмотреть, получить, по крайней мере, контакт данного магазина и узнать у них ценовую политику, да, если, например, это не в вашем городе и есть возможность заказать, например, пряжу почтой. Я точно знаю, что в России, в Москве есть магазин, который является официальным дистрибьютором Лопи, и там должен быть полноценный ассортимент данной пряжи. К сожалению, в Украине данная пряжа не представлена, то есть официального дистрибьютора нет, но, скажем так, я работаю сейчас над этим моментом, и, возможно, в будущем в Украине появится официальный магазин Лопи, и вы сможете там также заказывать пряжу онлайн. Вот. Так что да, я думаю, это была вся полезная информация. Не забывайте, что ссылки на официальные магазины Лопи по Европе, а также по России я обязательно оставлю внизу под этим видео, поэтому если вдруг вас интересует эта информация, то заглядывайте в инфобокс, там для вас я все, как всегда, детально пропишу. Вот, друзья, так что да, на сегодня у меня это точно было все. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной. Надеюсь, вы повязали, отдохнули под мое видео. Мне всегда очень приятно получать от вас такие добрые, теплые слова и... Может быть, в этом видео все было не очень позитивно, особенно что касается арбориала, поскольку его вязание немножечко выбило меня, скажем так, из колеи рабочей, и я немного устала, поэтому да, я тоже человек, и я тоже устаю. Но я обещаю, что довольно скоро я возьму себя в руки, отойду от этого процесса и смогу вязать уже в свое удовольствие и делиться с вами своей позитивной энергией, своими позитивными мыслями и... радовать вас новыми процессами. Поэтому, да, друзья, я с вами, как всегда, не прощаюсь, говорю вам до новых встреч, мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео, и пока-пока!